Почему полезно есть каша на завтрак? С чего начать свой день? Говоря простым языком, каша – это сваренная на воде или молоке крупа. Почти все зерновые содержат в себе множество полезных веществ, волокон, макроэлементов. Чтобы увеличить полезность каши как готового продукта, можно готовить ее на молоке, это поднимет общий уровень белка, и добавить орехи, мед, ягоды или фрукты. Завтрак – первый прием пищи за день. Почему бы не обеспечить организм зарядом энергии и полезными веществами на ближайшие несколько часов? Потому как популярность каши в качестве завтрака обусловлена как раз тем, что зерно, из которого ее делают в большинстве своем, представляет собой медленные углеводы. Это значит, что вместе с энергией вы получаете и продолжительное чувство насыщения, которое предотвратит набеги на холодильник в поисках перекуса по несколько раз за день. Но кто сказал, что кашу нужно есть на завтрак, почему люди так уверены в ее пользе, и как выбрать ту самую вкусную, питательную и сытную? Какие каши самые полезные? В современных супермаркетах расположены целые стеллажи со всевозможными видами зерновых. Здесь вы можете открыть для себя новый дивный мир круп и продуктов их переработки, пшеницу, гречку, рис, перловку, ячмень, пшено, кукурузную крупу, булгур, кина и так далее. На что нужно обратить внимание при выборе той или иной каши: на вкус, цвет, питательные свойства, калорийность, способ обработки зерна или содержание полезных веществ. Давайте разберемся вместе, кашам из какой крупы, муки или хлопьев стоит отдать предпочтение. Друзья! Наша команда постоянно ищет новые методы и рецепты вашего здоровья. Каждому из нас важно чувствовать, что мы приносим пользу. На этом все держится. Поэтому просим тех, кто не подписан на канал, но смотрит его, подписаться. Не забудьте нажать на колокольчик, выбрать параметры «Все уведомления». Первое. Овсяная каша. Топ-1 среди зерновых по всему миру – овсянка. Популярная также за пределами нашей огромной страны, овсянка имеет относительно низкую калорийность, но содержит большое количество белка, клетчатку, витамины и минералы. Польза от овсянки быстрого приготовления меньше, чем от обычных хлопьев. Связано это с длительностью промышленной обработки, в ходе которой часть полезных веществ теряется. Но все же в них остаются микро- и макроэлементы, витамины, которые необходимы нашему организму. Чтобы получить пользу от быстрозавариваемых хлопьев, нужно избегать употребления тех, которые содержат, дополнительно, пищевые добавки и имитаторы вкуса. Можно ли есть ее на завтрак? Хлопья моментального приготовления пригодны для употребления на завтрак. Но не стоит ожидать, что после еды чувство голода вас не будет беспокоить долго. Из-за низкого содержания клетчатки процесс усвоения продукта стремительный. Кроме этого, полезным будет употребление такой пищи только 1-2 раза в неделю и в количестве не более 200 граммов. Из-за высокой калорийности при ежедневной трапезе быстро можно набрать несколько килограмм лишнего веса. От моментальной каши желательно отказаться диабетикам, так как из-за быстрого усвоения возможны резкие скачки глюкозы в крови. Правила приготовления полезной каши. Из обработанных хлопьев можно получить полезную овсянку. Достаточно следовать простым правилам. Готовьте блюдо на нежирном молоке или воде. Самостоятельно добавляйте в него сухофрукты, орехи. По возможности исключите подсластители. При варке постоянно помешивайте кашу, чтобы она не пригорала. Жидкая овсянка получается при соединении воды и хлопьев в соотношении 3:1. По готовности добавляйте масло и оставляйте на пару минут настояться. Старайтесь готовить такое количество, которое употребите за раз. В остывшем виде менее вкусно. Вторая. Гречневая каша. Гречка, которую зачастую воспринимают в качестве гарнира, подойдет и к завтраку. Богата клетчаткой, витаминами, а также железом, кальцием и йодом. Употребление гречки может снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и уровень сахара. Гречневая каша позволит очистить организм от шлаков и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Третье. Рисовая каша. Польза рисовой каши заключается в улучшении пищеварения, долгом чувстве сытости, которое позволяет не переедать. Она содержит большое количество белка, калия и натрия. Также она помогает восстановить организм после тяжелых болезней или операций, успокаивает нервы,
препятствует развитию анемии, положительно влияет на состояние ногтей, волос и кожи. Злоупотребление кашей может привести к расстройству пищеварения, вздутию живота, запорам. Если рис приготовлен на молоке, его нельзя есть людям с непереносимостью лактозы. Четвертое. Перловая каша. Перловая каша – одна из самых богатых различными витаминами и микроэлементами. Немало в крупе и калия, железа, кальция. Перловка гораздо богаче пшеницы по содержанию клетчатки, поэтому особенно полезна для пищеварения. Клетчатка усиливает перистальтику, служит питательной средой для полезных бактерий в кишечнике. Сытность перловой каши обусловлена высоким содержанием растительного белка. Он надолго насыщает организм и борется с чувством голода. Это немаловажно во время диет для снижения лишнего веса. Перловая каша улучшает состояние кожи. Причем как при употреблении в пищу, так и в виде питательных масок. В этой крупе много лизина, который необходим для выработки коллагена. Именно он делает кожу упругой, предотвращает обвисание и появление морщин. Пятое. Пшенная каша. Пшенная каша, в народе также пшенка, производится из проса пшена. Она является источником фосфора, железа и антиоксидантов. Употребление в пищу пшенки способствует снижению уровня сахара в крови, а также оказывается положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Каша из пшена является источником медленных углеводов и богата клетчаткой. Также пшено обладает липотропным действием, препятствует отложению жиров и абсорбирует токсины в организме. Витамины и минералы, входящие в состав пшена, приводят в норму артериальное давление, укрепляют сосуды, снижают риск возникновения инсульта, нормализуют работу печени и пищеварительной системы, способствуют повышению тонуса кожи. Шестое. Кукурузная каша. Людям, больным целиакией, рекомендуется употреблять кукурузную кашу, так как в ней не содержится глютен, и она не вызывает аллергию. Помимо этого, она богата витаминами магнием, кальцием и триптофаном. Вместе с тем, кукурузная каша имеет высокую калорийность, а ее избыточное потребление может неблагоприятно влиять на свертываемость крови и развитие болезней ЖКТ. Добавление тыквенной муки усиливает полезные свойства кукурузных хлопьев и дополнительно насыщает их аминокислотами, аскорбиновой кислотой. Седьмое. Пшеничная манна, булгур. Пшеница – зерно, которое разделяют на твердые и мягкие сорта. Из твердых сортов пшеницы, которые проходят минимальную обработку, производят пшеничную крупу. В ней содержится огромное количество полезных веществ, таких как белки, витамины группы В, лютеин и омега-3 жирных кислот и так далее. Использование в рационе пшеницы может помочь в снижении веса, нормализовать пищеварительные процессы в организме, а также снизить риски при болезнях сердца и сосудов. Булгур. Дробленые зерна пшеницы, которые обдают кипятком и после высушивают. Проходящее незначительную термическую обработку зерно в булгуре содержит витамины, фолиевую кислоту и клетчатку. Манную кашу делают из трех сортов пшеницы – мягких, твердых и смешанных. Среди этих видов к более полезным относят манку из твердых сортов. В ней меньше крахмала и больше клетчатки, в отличие от мягких сортов, что позволяет ей легче усваиваться кишечником. Но из-за глубокой обработки зерен манку все же затруднительно назвать медленными углеводами, чувство насыщения пропадает быстрее, чем при употреблении других каш.